Всем доброе утро, с вами Ольга, я начинаю новый влог. Сегодня я его начну со своего завтрака. Значит, у меня на завтрак вот такой вот бутерброд из цельнозернового хлеба. Значит, здесь у меня тархун, армянский сыр лори, такой маринованный острый перчик. У нас его продают на развес. И одно яйцо в мешочек. Вообще, я терпеть не могу тархун, но вот в этом сочетании с соленым сыром и с яйцами, это прям какое-то идеальное сочетание, попробуйте обязательно. И у меня чай с лимоном в такой красивой кружечке, я ее покупала, по-моему, в Батуми, не помню. Это кружка именно грузинского местного производства, она сделана так по старинку, с такими вот пошарпанностями. И вот у меня тут тоже же такие выделяющиеся части пошарпались, но от этого она еще лучше выглядит, такая как бабушкина кружечка. С бабушкиной полки, так скажем. Дети у меня уже поели. Армине сидит на уроках. Ой, да уроки кончились, он дрыхнет. У Кристины сейчас защита курсовой. Сейчас я еду в торговый центр Мега Молл. Это крупнейший молл Армении. Он находится в районе, который называется Массив. Это вообще спальные районы. Их, по-моему, 8 всего этих массивов. Вот Мега Молл находится между первым и третьим массивом. Отличаются они тем, что они расположены высоко на горе. За счет этого здесь прохладнее, чем в центре города. И они очень, так скажем, хорошо озеленены. Мегамолл открылся примерно полугода назад, и он еще не до конца заполнен магазинами. Там очень много свободного пространства, и, честно говоря, я там плохо ориентируюсь. Видите, дымище на улице. Это у нас общественный транспорт такой. Это из автобуса, из выхлопной трубы валит. Вот он, Мегамолл. Мне еще нужно в Минисо. В общем, захожу. Я уже говорила, что я здесь очень плохо ориентируюсь. Я здесь была один или два раза. Сейчас будем как-то искать то, что мне нужно. Сейчас здесь еще половина магазинов не построены, вон все позавешено. Но то, что мне нужно, это жевательные конфеты, как они называются, веганские. У меня дети очень их любят. Так что я сейчас посмотрю, открыто тут дело или нет. У меня померили температуру на входе, все нормально. Так что сейчас буду искать конфеты, потому что я не помню, где они абсолютно. Здесь прям как в Дубае, можно на мобиле ездить. Ой, что-то не могу я найти. Был уже отдел с конфетами, но не с теми. Это был Видал мне. Они не нужны. Мне нужны именно веганские. Что у меня дети один раз в жизни, мы случайно абсолютно в Грузии купили, по-моему, от какой-то известной фирмы. Ну, типа Хариба. Веганские конфеты, им очень понравились. Они совершенно другой консистенции. И вот я бы хотела им купить, но неужели этот отдел закрыли? Все в сердечках, наверное, от Валентина дня осталось. В принципе, с того времени он и закрыт. Где люди? Вот у нас от Валентина осталось все украшения. А вот этот фонтан, который внизу, обычно еще и сверху вот отсюда льет, но что-то сегодня не льет. Вообще у нас в городе не включили фонтаны, наверное, чтобы люди возле них не собирались. Хо-хо-хошеньки-хо-хо. Так, ладно, мне по-любому войду, еще нужно шорты домашние купить. Так что сейчас еще и это буду искать. По-видимому, с конфетами я обломалась. Наверное, этот отдел убрали. Нет, его не убрали. Но продавца нет. По-видимому. Работает. Придется еще клиент сюда знать. В общем, что я вам скажу насчет этого мегамола. Ну, он, поскольку новый, в нем вообще половина магазинов закрыта, да? И плюс к этому там магазины какого-то все сомнительного качества. Я не знаю, Де-факто, Ин-Сити, Остин. То есть все, что дешевое и не шибко-то качественное, да? Вот. В общем, я в него, наверное, съезжу еще один раз, чтобы все-таки купить детям эти веганские конфеты. А вот так чисто за покупками туда навряд ли я поеду. Потому как он вот расположен на окраине. И вот впечатление, что
что это вот просто вот такой окраинский супермаркет, несмотря на все там свое красивое оформление, большую постройку и так далее. Я буду готовить на обед чмиадинскую долму. Рецепт у меня есть на канале, я вам оставлю подсказочку. Единственное, что сейчас я ее буду готовить из свежих виноградных листьев, но их точно так же нужно залить кипятком, буквально там на полминутки, чтобы они стали такими эластичными. И долма именно с виноградными листьями отличается тем, что они придают всей долме, вот абсолютно всей, такой кислые нотки, очень приятные. Смотрите, какой перец гигантский купила. Он продается у нас поштучно, стоит 150 драмов. Это сколько получается? Где-то 30 центов. 30 рублей. Не рублей, центов. И в Минисо купила очередные ватные палочки, 300 штук. Стоят они $2.50. У них бумажные, сами вот основания, очень плотно скрученной бумаги. Мне не очень нравятся, они не гнутся, не раскручиваются, не размахиваются. В общем, это идеальные палочки. Я их сложила опять же в коробку из-под свечи. Bath & Body Works. Здесь у меня диски, здесь у меня теперь палочки. И вот в новой партии этих палочек есть вот такая пимпочка, за которую можно дернуть. И вот вся эта масса палочек выйдет одним махом. Поэтому я вот вытащила ее из коробки и положила сюда, в свою баночку. По-моему, так гораздо гигиеничнее и красивее выглядит, это мое средство от аллергии, чем в этих акриловых коробочках. Еще я вам хочу посоветовать вот такой вот десерт. Значит, есть такие конфеты самые умные, Сладуница фабрика. Дети их любят, но мне, честно говоря, не нравятся. Они чем-то на Милку похожи, но с другим привкусом. И вот у них сейчас появился вот этот десерт. Ну, я не знаю, у нас сейчас появился, может, у вас давно есть. Вот так вот он выглядит. Это сверху суфле, а снизу я так и не поняла, что это за масса. Это не суфле, не мусс, не печенье. Я, честно говоря, не пойму, что-то коричневое такое, очень тягучее и плотное. В общем, в сочетании друг с другом это вообще божественный какой-то вкус получается. В общем, если любите такие суфлейные конфеты, обязательно попробуйте. И также я уже покупала вот такие конфеты. Раньше они были с миндалем, сейчас я взяла себе с цельным кешью. Я не люблю мультизлаковые конфеты, но именно вот эти мне понравились, потому как у них вот эта сама крошка злаковая, она очень хорошо просушена. Эд купил себе на Валберес укулеле. Давно хотел, выбирал, думал. В итоге выбрал вот такое вот. Так что сейчас учится играть. Кстати, вот такие шорты мне удалось ему купить. Единственный магазин, где я нашла шорты, это был Вайкики. Это из мужского отдела, размер S. Купила я их за $9. У меня такое впечатление, что у нас магазин-то открыли, но летней коллекции не привезли. Потому что я говорю, что я обошла весь этот молл и нашла одни единственные шорты. Ну и раз я вам показала сегодня свой завтрак и обед, покажу и ужин. Он выглядит вот так. Сегодня это будут ягоды, это клубника и зеленые сливы, которые называются шелор. Это слива по-армянски. Детям я делаю курицу, филе куриное. Кристина попросила мне навалить туда приправы, которые, от которых, как она выразилась, несет бастурмой. Я не знаю, чем от нее несет, но это Армения привезла из Грузии. Вот такую приправу для мясных блюд. Что входит в состав, я без понятия, потому как вот эта вот нижняя строчка, это единственная строчка, которая, вот эти две нижние, да, которые можно прочитать. Остальное все написано на грузинском. И что здесь в составе, мы без понятия. И в качестве ужинского, так скажем, десерта мы с Арминой будем делать творожные пончики по рецепту моей мамы. Потому что просил, сделал заказ такой, так скажем. Значит, нам нужно две стандартные пачки творога, 2 яйца, немножко муки, сода, лимончик. Чтобы погасить соду, я люблю именно лимонным соком гасить. Немножко соли, немножко сахара и растительное масло для жарки. Приступаем. Такая вот получается консистенция.
такая довольно-таки плотная, липкая. Сейчас будем лепить из нее шарики. Так, значит, мы берем вот так вот ложечку столовую нашего теста, кладем в муку, обваливаем и скатываем плотный шарик. Главное скатать плотным, иначе во время жарки из него начнут вылезать всякие пупырки. Так, все, обваливаем и откладываем. Все так же делаем с остальным тестом. Вот готова наша первая партия пончиков. Значит, количество муки нужно регулировать в зависимости от того, какой у вас творог. Если он чуть жидковатый, значит, лучше положить 4 столовые ложки с горкой на 2 пачки творога. Так, значит, сейчас даем стечь лишнему жиру. После этого складываем на тарелочку и посыпаем сахарной пудрой. У меня сахарная пудра не растворяющаяся, поэтому я могу прям горячие посыпать. Если у вас растворяющиеся, то лучше подождать, пока они немножко остынут. Вообще они вкусные и горячие, и холодные в любом виде. Приятного аппетита! У нас вчера такое ураганище было, что вот это вот дерево, которое у нас за окном, оно к нам в квартиру не влезло. И тут какой-то интернетный шнур висел внизу, его прям на ветке намотало, в общем. Потом еле отодрали его. До сих пор вот сейчас есть такие порывы ветра. Говорят, что в Ереване это еще ничего было. А вот, например, в Кремри там вообще был колоссальный ураган. Там и деревья повырывало, и крыши с домов посносило. В общем, не знаю, вчера вот такая погода была ужасная. А накануне ночью у нас была гроза. Прямо вот всю ночь. Грохотало. В общем, такие у нас чудеса природы эти 2 дня происходят. Так что мы сейчас поедем на дачу, посмотрим, все ли там в порядке после этого урагана. Мы телепортировались на дачу. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Вроде все целое, ничего не снесло. В городе уже расцвели розы, а у нас набрали цвет только. Кстати, трава практически вся засохла, но я так подозреваю, что засохнет вся. Единственное, что мне нужно будет вот эти вот лишние отростки от роз поотрезать, потому что что-то они прямо так поперли. О, красота какая у нас тут будет, когда все расцветет у меня. Урожай попер. Это кабачки. Вот эта смесь трав. Нет. Это редиска. Это горошки. И вон даже боб один вылезает. У нас сегодня пасмурно. И такая пылища стоит, особенно в городе, что даже гор не видно. Но здесь как-то более-менее. И вон там вот дождь идет, похоже. И абрикосики как подросли. Где тут? Вон они. Ура! Абрикосы будут. И на сливе вон сколько плодов. В этом году вообще похоже урожай на сливы. Наверное, собаки растащили. Мешок с мусором у нас собаки, походу, разорвали. Сейчас пойду соберу. И барбарис отцвел. Так что в этом году, я думаю, уже соберу свои ягодки. Не буду покупать для плова. Вон, видите, что творится. Сейчас соберу. Здесь вот за границами нашего участка начинает расцветать дикий шиповник. И его вот там вот сзади, вот где кусты, там все в этом шиповнике. И когда он зацветет, так красиво будет. Я собрала все разлетевшееся, несу на мусорку. Все, собираетесь? Хотя, несмотря на ветер, очень комфортная сегодня погода. Здесь вот у нас на даче плюс 22 градуса, а в Ереване сейчас плюс 28. И на этом я хочу с вами попрощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока. И от Эда тоже пока.